Здравствуйте, друзья! Меня зовут Абдиризак Мухаммед, я из Сомали. Учусь на кафедре садоводства сельскохозяйственного факультета университета Гази Осман Паша города Такат. Впервые в Турцию я прибыл с целью получения образования в лицее. Сейчас я продолжаю получать образование в области садоводства и хочу продолжить его в магистратуре. Моя кафедра находится в кампусе Ташлы Чифлик университета Гази Осман Паша города Такат. Моя кафедра основана в 1982 году. В 1983 году началось обучение на уровне бакалавриата. Кафедра состоит из 4 отделов. Выращивание и селекция фруктов, выращивание и селекция овощей, выращивание и селекция виноградников и выращивание и селекция декоративных растений. На кафедре садоводства проходит обучение для воспитания людских ресурсов, обладающих знаниями и навыками по субдисциплинам, повышенной экологической осведомленности, способностью работать в группах. В нашем отделении можно поехать в Европейский Союз в рамках программы обмена Erasmus и получить там информацию о нашей кафедре. Наша кафедра имеет в общей сложности 90 акров земли для применения исследований фруктов, овощей, виноградников и декоративных растений. На кафедре помологические, химические и фитохимические анализы проводятся в лаборатории фруктов и овощей. В нашей кафедре проводятся работы по хранению плодов в охлаждаемых складах. Кроме того, успешно проводятся исследования культур тканей. В нашей кафедре также имеются производственные сооружения, саженцы виноградной лозы и саженцы овощей. В нашей кафедре существует 45-дневная стажировка в последнем семестре третьего года обучения. Эту 45-дневную обязательную стажировку можно пройти как в сфере прикладных исследований, так и в сфере исследований в нашем отделе, в областном и районном управлении сельского хозяйства, а также в частных учреждениях. На нашей кафедре во втором семестре четвертого класса мы пишем диссертацию, работая с компиляциями, статьями и проектами, относящимися к нашей области. Данные тезисы предоставляются на оценку лекторам в презентации семинара. После окончания нашего факультета мы можем работать в Министерстве сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственных кредитных кооперативах, областях развития и поддержки сельского хозяйства, частном секторе, банках и специальных провинциальных администрациях. Такат – город с умеренным климатом и переходной зоной. Это подходящий регион для выращивания фруктов, овощей, декоративных растений и виноградников. Это означает, что здесь представлен широкий выбор растений, подходящих для нашего садоводства. Именно поэтому я выбрал университет Гази Осман Паша Такат. После окончания учебы я хочу внести свой вклад в свою семью и свою страну. Моим друзьям, которые любят окружающую среду, природу, сельское хозяйство, я рекомендую поступать на кафедру садоводства. Факультет сельского хозяйства университета Гази Осман Паша города Такат. У них может быть широкий спектр возможностей трудоустройства в нашем отделении. Таким образом, они начнут свою работу на шаг впереди. Желаю удачи тем, кто будет сдавать экзамен. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в университете Гази Осман Паша города Такат.